Demokratie, wie das schon mal passiert ist, auch heute wieder ausgehen und Richtung Moskau lenken. Как раз бомбили танковое училище, мы были, наверное, в метрах 500 оттуда, да, авиаудары были, это второй день было авиаударов, и наши нервы уже, ну, не выдержали. И в день, когда мы ехали, в принципе, ну, как бы слышны были взрывы, но когда конкретно на вокзале мы были, реально люди забегали в вагон уже под взрывы. То есть слышно было отовсюду, дети прятались, боялись. Моя дочка начала кусать губу, просто в кровь. Кусает и... Ну, у нее стрессовая ситуация, я уже прошу помощи психолога, ей нужна помощь. Нет понимания, безумно хочется домой, безумно хочется к мужу, к брату, потому что они остались в Харькове, помогают там чем могут. Муж работает, муж не хочет уезжать. Он врач, он сказал, что он будет там до последнего лечить людей, болеть. Train, and there were many Ukraine people that came from there and just cried all the time and say how horrible it is to lose their family there, and that's why I'm really sad about it, that this would happen in this world. We are now so high technology, I don't think that we need war here. Because I think it's important for my children to see you can do something, maybe to change or to be here for your opinion. And maybe if we are many people, so maybe there is a chance to change something in the direction of peace of Mir. Mariupol, liebe Menschen hier, schön, dass ihr heute alle hier seid.